Салам алейкум, друзья, приветствую вас со стадиона Анжи Арены. Саидов в полузащите. Абдулаев Абдулнасыр, 9-й. 8 Сейнов, Газимагомед. Момент! Опасный бил. Там Маев. А в итоге потеря. И удар издали спасает. Ротом и штанга. Это Джапаров. Как же он бьет. 88-й Гусейнов, Газимагомед. С Абдулаевым играет. Штрафной площади Джапаров. Джапаров бьет. Нет, это даже была передача. Его никто, собственно, не посчитал в этом эпизоде. Отлично, Муртазалиев. Передача. Исаев бьет и забивает. 1-0. Хас выходит вперед. Шагает с мячом прям. Ахим Муртазалиев входит в штрафную площадь. Момент у Тамаева. 2-0. Азамат Тамаев принимает и бьет. Нижний угол. Муртазалиев. Отличный такой перевод на Ислама. Тот бьет. Исаев рядом со штангой. Ахимов. Отлично. Передача между ног. И вот удар поворотом. Ах, если бы залетел, а. О, как здорово под себя убрал. Тамаев играет на Исмаила Халимбекова. И вот забить. Сыграл не лучшим образом. Тамаев. Сохранять. От троих ушел Азамат. Тамаев врывается в штрафную. Ну, пробить Азамат рядом со штангой. Вот это был момент. Ну как же уж. Посмотрим, чем все это завершится. Итак, Джапаров. Удар по воротам. Мяч в сетке. 2-1. Да нет, решили по-другому. Решили по-другому. Рахимов. Удар выше. Ну, Хас, знаете, без нервных концовок не может. Ну, просто не может. Подрывает против него. Удар по воротам на месте. А сейчас, друзья, мы с вами отправляемся на послематчевое интервью. Потому что прозвучал свисток финальный 2-1.